спать завалится. Ну да я же еще не поел. И сколько же тебе нужно съесть? Вообще, я привык есть раз по 10 в день. О, ничего себе! Чего, много что ли? Ну да, я думаю, большинство едят в день, ну, раза 3-4. Да ну! А вот давай спросим у наших зрителей. О как! Но я, видать, слишком мелкий, раз мины не взрываются. Ну да, может, пора пойти поспать уже? Да сейчас же! Тут столько жуков вокруг! Я не могу уснуть, когда столько еды не съедено! Эй, а зачем ты крыс на пауков толкаешь? Ну это, может, тогда они от меня отстанут? Да ты суров! Ой, да ладно тебе! Так, ну, держитесь, паучары! Ох, а это еще кто? Провьет, что ли? Ага! Тем временем, ребята, пилька уже почти до 30 сантиметров. Это уже не крыса, это целый кот. Сам ты кот! Не люблю котов! Кроме... Вот он! Ням! Получилось! Почему дозы скопать сюда? Буду тушить с паприкой. Ты будешь кабачки? Не буду. Может, тебе еще сосиски сварить? Я сосиски буду. Ну ладно, кушай пока спагетти. Да, сосиски я все-таки люблю. Приятного аппетита. Да, приятного аппетита. Соковый спагетти с сосисками. Кабачками, огурцами, помидорами. А как так? Так. Я не люблю кабачки и помидоры. Ну, я люблю. Ты просто вкус не знаешь. Нет. Не знаю же. Я просто не люблю такое. Ну, ешь, что любишь. Я хочу тебя обнять, обнимашки. Ух ты, моя хорошая. Давай, пока остывает, и я поиграю. Зернуха наелся. Да. Это играю, я благодарюсь. Ну, ладно. Играть не буду, долго буду. Кто меня сзади толкает? Кто это? Это мой сыночек. Нет, давай, вот давай заново. Кто это меня сзади толкает? Кто это? Кто это? Кто это? Кто же это? Погоди. А я без очереди. Нет. Я без воды и без этого. Ну, много, не лей мне воды, оставь. Да я оставлю ее. Я на него ванилил зиму. Ну, помочь, хорошо. Ва. Вон там вытери вон полотенце. Ты уже приехал? Да. У тебя грузовика новый этот, как называется вот эта часть? Это теперь кузов. Кузов, да.
Мы сейчас туда будем собирать второй урожай огурцов, который у нас уже успел увеличиться в количестве. И мы с сыном снова не справляемся их съедать. Сейчас соберем огурчики, а после помидорчики. Уже начали краснеть. Нас там большой будет. Большой? На той грядке много больших огурцов. Не ладно. Нет, ты мне подъедь ко мне с грузовиком, я буду огурцы складывать. Подожди. Помогу. Давай. Опа. Теперь можешь взять пустую коробку и ехать пока туда на огород. Да. Я поеду. Вот и я. Ну и доехать до коробки. Я пойду там огурцы за ограды соберу, а ты пока иди поиграй. Не, это я не про это. А про что? Там зеленая свекла выросла. Что здоровенная? Свекла здоровенная выросла. Свекла? Да. О, ничего себе. Ну, пока не трогай, пусть еще растет. Посмотрим, какая будет ближе к осени. Вдруг гигантских размеров вырастет. Хорошо? Все, я пошла. Так, и что мы здесь имеем? Ну, в этом году огурцы молодцы. Особо за ограду не выросли. Все во дворе, в огороде. Урожай дали. Так, здесь нету. Молодец, а где тапок потерял? А? Ну, он там не заходит. Ну давай, заходи, иди найди тапок, а я закрою пока ворота. Да. Thank you.
молодец, привез, помог. Да. И помидорки. У тебя грузовик полезный, да? Уже третий год возит овощи в грядок. Молодец. И не только, еще и уборку делает. Да? Траву собирает, увозит на капустную кучу. Это тогда кузов есть. Да. Сейчас кузов убрали. Да. Чтобы не катался. Ну, сейчас пойдем помидор собирать. Зеленые зачем? Они почти краснеют уже, тут тоже. Белые же. Они доспеют вместе с красными, будут лежать. Какой тендем еще? А? Дым, дым. Мама, это ты сами меня скинула. Силой мысли, что ли? Да. Я же от тебя далеко стою. Нам так ты силой мысли меня тоже дружить. Сильно своя музыка, я у папы этого музыка. Мама, я тут глубоко копаю, поможешь? А что ты копаешь глубоко? Клад ищу. Клад? А что там в этом кладе? Много денег? Да. Сколько? 2005. Много денег. Стой, нет, это яма. Что, отведешь меня? Помидорки. Я здесь собрала и красные, и чуть-чуть покрасневшие. Они дозреют. Огурчики с одной грядки и со второй грядки. Ты пришла проверять? Ну, наверное, да. Вот. Помидорки. А, и очистить, наверное, надо. Ничего себе, какую ты выдернул большую. Я-я-я-я-я-я. Это не пьяный, но я-я-я. Давай нанесем. Я-я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 . Вон туда. Да.
Ой, я поместил. Я поеду. На что похоже это? На лодочку. Правильно, но это как натюрморт. Да, натюрморт. Я такое нарисую даже. Ура, ты невольник. Ням-ням. Блин, да хватит там сусать. Яйца убегают. Огурчики. А, ты ко мне сейчас можешь? А у меня сегодня день рождения. О, тортика поем за то. Кабачковый торт любишь? Кабачковый нет. Я кабачковый буду делать. Ну хорошо, немножко остынут только. А блин, это где? Там стоят тарелки, сейчас дам. Да-да. Я долго не обычно. Я по свету я съесю. Ммм, вкусные. Ммм. Я люблю сочки в головке. Блины я приготовила уже. Сейчас натерла вареные яйца на терке. Ладно, один завожу. Майонез положу. И вот чеснок натираю. Один завожу. Это у меня будет первая начинка. А вторая начинка у меня будет колбаса, ветчина классическая. Тоже с чесноком, майонезом. Третья начинка у нас натертая морковка сырая на мелкой терке и сыр натертый. Также чеснок, соль, перец и майонез. Сейчас, думаю, надо прерваться на чаепитие.
А после продолжу собирать кабачковый торт. Да, вот с такими конфетками. Мы сейчас попьем чай. Это разные вкусы. Тут желтое, зеленое и коричневое. О, зеленые, это, наверное, кокосовые. Зеленые это конфеты из молочного шоколада с карамелизированным грецким орехом и темной ореховой начинкой со вкусом кленового сиропа. Я кленовый сироп люблю. А вот это какой цвет? Это же серый. Конфеты из молочного шоколада с цельным фундуком и светло-ореховой начинкой. А это с вафельной крошкой и светло-ореховой начинкой. Значит, вот эту. Ну, да, мне три конфеток таких. Ну, и мне три. Да. А я сейчас тоже попробую. Да, я такая несекая. Да, я именно таких конфеток имел в виду. А, ну а ёмку можно аккуратно открывать. Это с кленовым сиропом. Кажется. Так, посчитаю еще раз. Да. Ура! Это грецким орехом, кленовым сиропом. Да. Я такую. Мама. Открыть? Да, мне. Не. Это тебе, вот. А почему сам ешь? Я за тебя угощаюсь. Ой, спасибо, сыночек. Муа. Да. Я люблю кленовый сироп. Все любят кленовый сироп. Это за мультик, я кленовый сироп смотрел. Кажется, тут все такие. Ну все, продолжаю дальше. Тортиком заниматься. Ее не видно, да? Да. А вон она. Да-да, вон она. Пошла к двери. Что скажи? Ла, это же дядя. О, там сайки есть. Ты увидел? Да. Подожди, вот это убрать надо. Моя дочка.
Спасибо. Спасибо. Второй торт уже на день рождения. С шариками. Что ты там несешь? Будешь урожай собирать туда, да? Как доехали? Хорошо. На, иди сюда. Не нашел себе? Вот я тебе хочу. Это моё любимое все. Такое я люблю. Ой, молодец. Молодец. Мама, что? Давай мне водички негазированной. Пить хочешь, что ли? Да. Сейчас. За одну секунду. Спасибо. Пожалуйста. Сейчас помидоры очень много. Они краснеть начнут, сейчас уедем. Опять скажешь, о, сколько огурцов, ой, сколько помидор, куда мне девать, что делать? Так и скажу, приезжайте быстрее, забирайте. Ну, мне даже зеленых вот все равно много. Да, куда много. Столько посадила? Не знаю, куда посадила. Вот так бывает, когда живешь в городе, а на даче только летом. Еще близко было бы. Да, и не ближний свет. Ездить не наездишься. И по времени, и по возможности не всегда получается. Но сегодня получилось, потому что у меня сегодня день рождения. Сегодня праздник у девчат. Наверное, будут танцы. Танцуем. Зеленых оторвала. А то скажешь, покраснели, куда девать? Ну, я вчера только собирала помидоры красные, которые покраснели, и зеленые еще, которые уже почти краснели. А сейчас я зеленые соберу и... Нет, я все. Ну все, пойдем уже за стол. Уже. А то уже вон там темнеет. Слишком много собирать. Пошли. Мы пошли за стол садиться. Куда положим? Куда? Я танцевал там. А что ты там делал? Танцевала. Под музыку, что ли? Да. Молодец. Я такой оспотел. Вот это да? Да. Иди зови дяди за стол, скажи. К столу идемте. Идемте за стол. Идем. Только я калитку вот эту вот открою. Это я закрыла, хорошо, чтобы барашки не забегали, а то они могут прошмыгнуть. Рядом же ходили. Кричи, дядя. Да, за стол! А то, какой он на калитку? А что у меня зелень выходит и выходит? Я тоже вчера, когда собирала помидоры, у меня руки зеленые. И еще это такие они после воды слизь, ну как сказать, не слизистые, а как будто мыльные, как будто не заканчивается мыло. Помидоры уже такие. Ура!
что за стол садился? Ты же хозяин, куда мне садиться? Еду со мной, ты же меня любишь. Да, я возле тебя сяду. Да. А дядя куда сядет? Дядя меня тоже любит, так что тоже. Тоже возле меня. Тебя, да? Да. Значит, туда, с той стороны. А дядя вот? Тоже возле меня. А я мама? Мама тоже возле меня, маму я люблю. Да. Ой, ты мой золотой, я тебя тоже люблю. Да. Мама, давай мне детский нос. Я ему разъезд вот детского это вот. Ладно, у вас есть меня. А? Давай я лучше заду и светик сразу после мамы. Да. Меня не против. Да, да. Никто не против. Да, я хочу. Все после мамы зажить. А вот на поместье. Никто не против. Все, зажигайте. Да. Сейчас я желание буду загадывать. Если я заду. Молодец. Имени пять. Оп! Все. Все, раз хотите. Только не дуй пока. Видишь, я поджигаю. Это видео. А то мы сегодня видели кафе поджигатель. Ну, поджигатель. Все, надо задувать. А ты желание загадал? Желание загадал? Ой, нет. Давай еще раз. Я желание загадаю. Ну вот. Смотри, горячо же. Ура! Молодец. Сядь теперь.